Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Блин, Артёмыч, я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол, это за мной. За мной идут. На вешалку. Давай, брат, не подведи. На тебя вся надежда. На выход, крыса краснопузая. Требовалось доказать. Раз она шлюха, значит, скажи маме, мы зайдем в гости. Кого я вижу? Какие люди? Неужели оставил свой сундук без охраны? Вякни, и мои следующие... Закончил там? Искрит? Хрена лысого тут закончил. Да я говорил, да какой... нечего с лишнего было в концлагерь отправлять. От него хоть польза тут была. Мало ли что, урод. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Ганзу вздрючим, будут тебе и электрики, и шлюхи, и чё хошь. И все бесплатно, и круглосуточно, но позже. А пока вон поди на мост сгоняй, глянь, что там дымит. Сам бы пошел да гляну. Ну, Адольфович, ну, халтурщик. Опять все накрылось. Все, все самому надо. Кажется. А? Нет, сквозняк. Ну-ка. И вы какие-то не те, что ли? Почудилось. Какого хрена вам всем от меня? Пощади, не убивай. Бери все, все, что есть, только не убивай. Прошу, не убивай. Над своими же издевается. Падлы. Как же я ненавижу эту жизнь. Люди, что звери? Я не знаю ничего. Оставь.
подозрительным лицам огонь на поражение. Смена караула через полчаса. Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в борделе остался. Вот он тебе поможет, ствол этот, когда красный за жопу возьмут. Юморист, мать твою. Показалось все-таки. Может, конечно, и крыс. Кто? Получай! Не выходи!
черт! Я пустой! Проклятие! Заклиненный! Весь мир голодных и рабов! Возмущенный и смертный! Ах, бой! Полевой суд над арестованным шпионом красной линии начинается. Всем подданным рейха! На территории секретного объекта военным трибуналом приговаривается к смертной казни через поездку. Все перебежите! Фу! Смерть фашиста! Наступит еще наш час! Слава Рейху! Артем! Что? Сейчас тут такое начнется!